Прямо. Недалеко от остановки Чайки. Что сделали? Ограбил женщину. Женщина какого возраста была? Пожилая? Я не помню, как было. Лица не видел, не обратил внимания. Это в ночное время было? Да, в ночное. Что похитили? Телефон. Ранее привлекались к ответственности? Да. К уголовной? Да. По каким статьям? По 112, 158 и 228.